For Russian soldiers, the only ways out of Ukraine are injury, prison, or death. Ну, у меня много друзей погибло. Причем реально хороших ребят, которые не хотели воевать. Но одеваться было некуда. Thousands of Russian soldiers have gone AWOL, hoping for a welcome from the West that has never arrived. Here are three of their stories. Yevgeny, who doesn't want his full name used, is an officer who took drastic measures to get off the front line. А, мы об этом давно уже обсуждали. Мы шутили, так, у нас есть план Б. Потому что оттуда можно уехать либо раненым, либо убитым. Убитым никто не хочет туда уезжать. Поэтому домой хотят все и свалить нахрен подальше оттуда. Поэтому, ну чё, парни, план Б. Да ничего, говорю, я говорю, не промажь, только в мякушку стреляй, куда еще? Сразу кровь хлынула. Ну, у нас, ну, мы же жгутами ногу перекрыли, но все равно кровь хлынула, вся нога в крови, горячая, весь ботинок. Ну, ты чувствуешь, как хлюпает. Сначала меня выстрелили, потом связисту, ему в бедро. А снайпер посмотрел на нас и подумал, ну, нафиг страшно. Да, он передумал, посмотрев на нас. Я шучу, что я родил сам себя. Смотрите, в чем прикол. Женщина, когда рождает, испытывает очень сильную боль и дает новую жизнь. Я подарил себе жизнь, испытав очень сильную боль. Another officer, known by the nickname Sportsmaster, refused to accept his deployment orders. He fled his military base and then his country. Мне начальник штаба показал на уголовный кодекс. Вот так книжку показал. И сказал, что либо ты садишься в тюрьму, либо ты едешь туда. У тебя два варианта. Я сказал, мне не подходит. Я сказал, что не тот вариант мне не подходит. Развернулся и уходить. Даже не спросил, можно ли мне выйти. Просто развернулся и начал уходить. Естественно, они понимали, что я классно бегаю. Я, понимаете, у меня были мысли такие, что они могут меня сейчас как бы отпустить, а в итоге сказать, что он так дерзко выходит. Я же не спросил, можно ли мне выйти, потому что обычно у нас все военнослужащие спрашивают у начальника, можно ли выйти. Чувство было однозначное опустошение внутреннее. Опустошение, знаете, как будто бы надежда больше. Вот, знаете, когда есть надежда какая-то, и она уходит, вот просто на 100% ее нет. Вот такое, то есть просто как будто бы пустота внутри. Я понимаю, что это ракеты, летящие в 2023 году, в 2022 году летящие ракеты. Ну, естественно, в этот момент я сразу принял решение о том, что я никаким образом не буду поддерживать, даже мизинцем шевелить, чтобы поддерживать то, что началось. The third soldier, Farhad, was able to drive out of Russia with his mother. But he was stopped in Kazakhstan when he tried to board a flight to Armenia. Пошел на паспортный контроль, отдал свой паспорт. И буквально через минуту, наверное, шторка за мной закрылась. И меня спросили, разыскивают ли меня в России. Но в тот момент я весь побледнел, как бы у меня вообще там, помню, уж холодный пот начал течь. Все, потом меня отвели в кабинет, зашел человек по гражданке и начал расспрашивать, что и как, что со мной случилось. Ну, на что я говорил, нет, меня в никаком розыске нет, это какая-то ошибка и так далее. Но потом он начал говорить о том, что ты же мой брат мусульманин, я тоже против войны, давай рассказывай, что, как. Ну, я не знаю, я почему-то доверился и рассказал. Farhad was detained for 3 days before Kazakh authorities released him. His lawyer says suspects in military crimes aren't supposed to be extradited. All three men remain in limbo in Kazakhstan. They live in hiding, waiting for asylum in the West or for a knock at the door.